В понедельник, 1 декабря, на торгах на московской бирже курсы доллара и евро установили новые рекорды. Доллар достигал уровня немногим менее 54 рублей, евро – отметки 67 рублей. Одновременно падала цена на нефть. В понедельник за баррель сорта Brent давали около 70 долларов. Между тем, российский премьер Медведев подписал распоряжение о приватизации 19,5% акций концерна «Роснефть». На парламентских выборах в Молдавии, которые прошли в минувшее воскресенье, побеждают проевропейские силы. По предварительным результатам, три партии – либерально-демократическая, демократическая и либеральная – набрали вместе 44% голосов. Партии, выступавшие за сближение с Россией, социалисты-коммунисты, получили около 40%. Из-за забастовки пилотов немецкая авиакомпания «Люфтганза» отменила сотни рейсов по Германии и Европе, в том числе и в Россию. Забастовка началась в понедельник 1 декабря и продлится 36 часов. Компании не удалось договориться с профсоюзом «Кокпит» об условиях досрочного выхода пилотов на пенсию. В Гонконге в ходе столкновений с полицией задержаны 40 демонстрантов. Сотни студентов в понедельник 1 декабря окружили здание региональной администрации и попытались его захватить. Полиция применила против манифестантов дубинки и слезоточивый газ. Участники протестного движения в Гонконге добиваются отставки главы администрации и проведения демократических выборов. 1 декабря бывший премьер-министр Польши Дональд Туск вступил в должность главы Европейского совета. До этого этот высший политический орган Евросоюза 5 лет возглавлял Херман Ван Ромпёй.